В 11 субъектах России впервые с 9 по 17 марта пройдет неделя финансовой грамотности. Наш регион тоже принимает участие. В основном мероприятие рассчитано на школьников и студентов. Проводить их будут сотрудники Пенсионного фонда, налоговой инспекции, различных банков, Северно-Арктического федерального университета и областного института открытого образования. Во время экскурсии учащиеся познакомятся с внутренней кухней налоговых инспекций, как работает инспекция, какие специализации, чем занимается, вообще чем занимается налоговый инспектор, да, в течение рабочего дня. А во время уроков налоговой грамотности учащихся познакомят, что такое налоги, какую роль они играют в жизни государства и почему важно налоги платить вовремя. Надо сказать, что мероприятия оказались очень востребованными. Социологические исследования показывают, что, казалось бы, в общем-то, на достаточно обильную рекламу и информацию российские школьники недостаточно осведомлены о том, как работают банки, как работают механизмы кредитования, банковские вклады и какие должны быть правила безопасности при проведении покупок в интернете или без наличных расчетов. Пополнить свой багаж знаний о финансах могут не только дети, но и взрослые. Например, принять участие в онлайн-лекциях, узнать все интересующее о круговороте денег в обществе можно не только в рамках недели грамотности. Например, популярность набирают семинары с трудовыми коллективами. Если коллектив предприятия, есть желание встретиться с сотрудником Пенсионного фонда и на своем предприятии получить информацию, руководитель или кто-то выходит на руководство управления Пенсионного фонда территориального, и у нас всегда приходят сотрудники, отзываются и проводят встречи с коллективом, разъясняют все вопросы, которые только возникают.